Оставь нас на минутку. Колумбийский картель производит спанк где-то в городе. Но мы не знаем где. А вот они, похоже, знают о каждом нашем шаге еще до того, как мы его сделаем. У нас завелась крыса. Есть один парень, кудрявый Боб. Он работает в баре у Луиджи. Он тратит больше бабок, чем зарабатывает. Тёлками или дурью он не торгует. Значит, он стучит. Домой он обычно ездит на такси. Выследи его. Если он есть та самая крыса, убей его. Вот и наш дружок, мистер Болтун. За тобой следили? Ты же понимаешь, что лучше бы никто не знал про наш маленький секрет. Иди, заблади от куста. Дури тебя. Держи свой спанк. Ныть. Теперь выкладывай. В общем так, себе Леоны воюют на два фронта. Один дерутся за сферы влияния с триады, но пока ни одна из сторон не уступает. А тем временем, Джоу и Леоны пустили немного крови Фурелли. Каждый день они теряют людей и свое влияние в городе. А Сальваторе становится опасным параноиком. Он всюду видит одни заговоры. С такими преданными людьми, как ты, ему не о чем беспокоиться.